Несмотря на то, что ключами словаря должны являться уникальные элементы, словари вполне можно использовать для того, чтобы для каждого ключа хранить несколько значений. Для этого мы просто можем ключам сопоставлять не само значение, а список из значений. Например, если предположить, что у нас каждому номеру автомобиля может соответствовать не один владелец, а несколько, то мы можем номеру некоторому сопоставить список. Если у нас изначально есть один владелец, то в этом списке будет один элемент, скажем, Иванов. Если у нас в какой-то момент у машины появился еще один владелец, ну, можно взять соответствующий список по ключу и добавить в него еще один элемент, скажем, там, владелец Петров еще появился. И таким образом по ключу мы можем получать список и делать с этим списком произвольные действия. Также, если нам хочется почитать для каждого элемента в наборе данных, сколько раз этот элемент встречается, мы можем ключу сопоставлять число, то сколько раз этот элемент уже встречался. И тогда, когда у нас очередной раз это число встречается, мы можем просто увеличивать счетчик, это число на единицу.